А все из-за чего? Когда живые есть в миру, власть мертвых уменьшается. Дмитрий Николаевич, а у вас вспышка диареи, можете подтвердить? В МВД города Сургут. Как говорится, куда с кинуться? У вас туалет-то есть, туалетная бумага? Ничего. Вы не знаете, для чего туалетная бумага нужна? Массовое отравление. Пострадали более десятка человек. У них пищевое отравление и сильная диарея. Это жидкий стул. Внезапный причем. Только в Сургуте. И именно тогда, когда я записался на прием, сразу к трем начальникам. Я ощущал странный запах. Вот этим вот попахивает везде. Дезинфекцию вообще не проводят. Санитария у них полный звездец. Диарея? Она только физическая бывает или моральная тоже? Он не будет проводить личный прием? Нет, не будет. Почему? Потому что он на больничном. Думайте, что хотите. Что за манера общения? Всегда так общаются? Я так понял, Дорогов вообще не принимает, да? Любовь Александровна не берет трубку. Она вчера весь день трубку не брала. А, определитель номера, да? А, ну да. Александра, ну пригласите кого-нибудь. Кто у вас главный по зданию? Телефон 102 не берут трубку. Дважды был отбой. Сейчас спустится к вам замначальника по уголовному розыску. А для чего? 5 лет назад. И вернули к вертормашками и воткнули в пол. Повредили шею. Кого? Меня? Глущенко-то точно болеет или это? Успенский отсутствует на месте. И личный прием проводить не будет. Девушка улыбается. Сейчас, наверное, не будет, да? Раз и нету. А вот же Успенский прошел. Вот он приехал. Так он личный прием будет проводить? Вот зашел на гражданке. Такой маленький, главное, да. И все его боятся. Я к себе. Я сразу понял, он. Дай проверю. Точно он. Все равно отказывают. И он мне фразы кидает, типа, если придете. Начальник уголовного розыска так и не вышел. Да, и Рохов-то посмелее был. Времена меняются. Таких людей не выбрасывают. А вокруг одни психи. Ему надо разъяснить, иначе он психовать начнет. Называет их пи***цами. Посылает на***. А что, я правду сказал? Расстройство кишечника. Получил в отделе полиции номер 3. Предполагаю, что источник заражения находится в отделе полиции номер 3. Он что, сам за себя не способен отвечать? Обязательно женщина должна разговаривать за него. Сопроводите, пожалуйста, человека. Сейчас. Давайте, покидайте территорию отдела полиции. Незаконно, силой изъял паспорт. Не вырывайте паспорт. Что вы делаете? Вырвал из рук. Ты же вот это тоже. Незаконное изъятие паспорта. 5-е. Прекратил прием. 6-е. Выгнал из здания. Все. Еще 5 всех распределяли. Время сейчас такое. Они боятся сейчас всего. А все из-за чего? Когда живые есть в миру, власть мертвых уменьшается.